мы на лыжной базе «Динамо». Можно уже подвести предварительные итоги теста лыж. Первым я катался на росиньолах. Вот на таких лыжах. Время круга 17 минут 10 секунд. Ощущения великолепные. Лыжи порхают. Второй раз я ехал на лыжах Fisher, которые стоят рядом. Лыжи показались головатыми. Однако время 17 минут 20 секунд. Всего на 10 секунд больше, чем росиньолы. Итак, теперь предстоит финал. Самые важные лыжи в моей жизни, на которых я прокатался уже 3 сезона. Посмотрим, что они покажут.